в воздушно-десантных войсках утренний час физической подготовки значительно отличается от обычной общевойсковой зарядки. Он проводится по разным, заранее разработанным вариантам. Рассмотрим один из них. Наряду с общепринятыми упражнениями в утренний час вводятся упражнения специального характера, такие как прыжки вправо-влево на сомкнутых ногах, прыжки с поворотом на 360 градусов, бег спиной вперед, имитация ударов кулаками, локтями, ногами, и ряд других упражнений. Используются также простейшие акробатические элементы. Благодаря им у десантников формируются навыки пространственной ориентировки, столь необходимые им во время прыжка с парашютом и в момент приземления. Специальные вольные упражнения подготавливают десантника к действиям в рукопашном бою. Их необходимо доводить до полного автоматизма. Основная часть данного варианта утреннего часа — упражнения на брусьях, на перекладине, на прыжковых снарядах и снарядах для лазания. Делай, как я. Вот наиболее эффективный принцип, которым руководствуется командир при проведении занятий. Хорошо выполненное упражнение рождает чувство удовлетворения. Степень сложности упражнений на снарядах должна постепенно возрастать. Не всякое упражнение удается выполнить сразу. Но каждый шаг, каждое усилие в преодолении физических трудностей воспитывает у воинов уверенность в себе. Простые на первый взгляд упражнения. Но выполняемые в высоком темпе, они развивают скоростные навыки, быстроту реакции, прыгучесть. Поточное проведение занятий увеличивает интенсивность тренажа. Такое необычное положение тела на 8-метровой высоте не цирковой номер, а необходимый элемент подготовки воина-десантника. Он помогает преодолевать страх перед высотой.
Эмоциональность ревновательного момента эстафеты снимает усталость, приносит чувство удовлетворенности. Поточность выполнения упражнений, предельная насыщенность мышечных нагрузок, эмоциональность — такова утренняя физическая закалка воина-десантника. Направо! Хоп! Шагом! Марш! Разминка. Комплексный урок – еще одна форма физической подготовки. Занятия проводятся уже в спортивной одежде и включают в себя упражнения повышенной трудности. Подготовительная часть состоит из разнообразных упражнений для всех мышц тела, а также действий, характерных для ведения рукопашного боя. Местам занятий. Бегом! Марш! Постепенно, переходя от простого к сложному, воин-десантник может добиться высокой степени физической подготовки. Возможности хорошо тренированного человеческого тела почти безграничны. Легкость и даже лихость исполнения сложных упражнений – результат упорных и настойчивых тренировок. Достигается не только физический, но и эстетический эффект, как результат гармонии безупречно работающих мышц. Все это доступно каждому десантнику. Но ему нужна не только ловкость и смелость, а и сила. Поэтому в общей программе подготовки существенное место занимают упражнения с тяжестями. В процессе комплексного урока значительная часть времени отводится обучению специальным боевым приемам. Занятия проводятся в соответственно оборудованном классе. Быстроту и силу ударов тренируют на станках, силуэтах, мешках,
манекенах. После приобретения первичных навыков нападения в одиночку, приступают к совершенствованию приемов сочетания защиты в парах. Залогом успешного освоения техники боевых приемов является методически правильно построенный урок. Основа его — личный показ. Приемам защиты от вооруженного противника и его обезоруживанию должно уделяться большое внимание. Только высокая техника исполнения приемов на учебных занятиях гарантирует успех в реальной схватке. Физическая подготовка сочетается с различными элементами психологического воздействия на обучаемых. После овладения основными боевыми приемами даются задания индивидуального характера. Они помогают раскрыть в схватках с партнером те личные качества, которыми обладает каждый обучаемый. Партнер, одетый в электрифицированный костюм, может лишь защищаться, а нападающий должен наносить наиболее целесообразные с его точки зрения удары. Хорошо усвоенные боевые приемы — это грозное оружие в рукопашной схватке с врагом. Однако применять их нужно только в реальной боевой обстановке. Соревновательный момент в конце каждого комплексного урока дает возможность увидеть и оценить достигнутые результаты. Третья завершающая форма физической подготовки десантника — психологическая и физическая проверка его готовности встретиться лицом к лицу с противником. Военному делу настоящим образом значит быть в мирной учебе, как на войне. Воин-десантник, хорошо обученный и закаленный трудностями повседневной боевой подготовки и учебы, с
способен решить сложные боевые задачи в любой обстановке. Чем десантные войска.